Тема спорт. Topic спорт. Да, на самом деле, really, тема нашего урока, actually, the topic of our lesson is sport. Это спорт. Какие можно употребить простые, но в то же время доступные, естественные фразы на английском языке? Давай с вами разберем пример. I like sport. Мне нравится спорт. Да? В принципе, если мы очень любим спорт, можно даже сказать I love sport. Я люблю спорт. Да? Это более сильнее. Love is stronger. Love сильнее, чем like. Или I enjoy sport. Я обожаю спорт. Далее. I often play football. Я часто играю в футбол. Здесь, в принципе, можно сказать любой вид спорта. I often play volleyball. Я часто играю в волейбол. I often play badminton. Я часто играю в бадминтон. И также можно, например, добавить It's my favorite kind of sport. Это мой любимый вид спорта. Я могу делать это круглый год. I can do it all year round. Ну, на самом деле, that's true about football. Это верно насчет футбола. And next. И затем. I usually play football with my friends. Я обычно играю в футбол со своими друзьями. Yes, I think it's a good idea. Я думаю, это хорошая идея to play football with our friends. Играть в футбол с нашими друзьями. I don't have much free time. У меня не так много свободного времени. So, what does it mean? Что это означает? It means, это означает, you can say, for example, вы можете сказать, например, I don't have much free time, у меня не так много свободного времени, but I find time, но я нахожу время для спорта, but I find time for sport. I'd like to be fit. Я хотел бы быть здоровым. Да, fit – это быть здоровым. Отсюда потом отсюда следует fitness. I'd like to be fit. And I hope, я надеюсь, I'll be much stronger soon. Я надеюсь, что скоро я буду намного сильнее. Ну, может быть, здесь следовало, можно сказать, не просто much stronger, а I hope I'll be much fitter. Намного более здоровым или much healthier. Потому что strong to be strong, быть сильным, isn't the same as to be fit. Не то же самое, что быть здоровым. То есть быть сильным и to be strong and to be fit are sometimes different things. Иногда различные вещи. Давайте еще раз закрепим это, повторим эти предложения, освежим в памяти, and we'll practice our pronunciation. Практикуем наше произношение. I like sport. I often play football. I can do it all year round. I usually play football with my friends. I don't have much free time. I'd like to be fit. I hope I'll be much stronger soon.